Какой ценой я набрал эти 30 тысяч подписчиков? Все, ребят, сейчас я погибну. Всем привет, меня зовут Пози, и добро пожаловать на новую серию по YouTubers Life. Ребятки, вы ждали YouTubers Life, а я ждал твою подписочку на мой канал, если ты еще не подписан. Ну а также влепи свой лайкосик, выглядит он вот так вот и находится прямо под этим видео. Ребятки, в сегодняшнем ролике я вам обещал, что мы обязательно с вами переедем на новую студию, чем мы сегодня, собственно, и займемся. Как вы, наверное, заметили, сейчас у меня уже 22 тысячи подписчиков, я тут немножечко прокачался. Также я немножечко накопил денег, выполнил пару заданий от каких-то чуваков, которые дали мне поиграть в свои игры. Ну и в принципе все. Кто только сейчас не загружает видео. Если так будет продолжаться и дальше, то моя бабуля тоже станет ютубером. Почему бы и нет? Ну, если бабушка хочет стать ютубером, ей нельзя это запрещать делать. Мы получаем с вами плюс 5% к подписчикам и к счастью. Пошутить над этим пользователем было отличной идеей. Настроение ваших подписчиков улучшилось, и на вас еще кое-кто подписался. Да, это забавно. Ребят, осталось буквально 6 тысяч подписчиков до 30 тысяч подписончиков. И тогда мы с вами спокойно сможем переехать в отдельный лофт. А сейчас я запишу геймплей по Medieval Samurai. И сейчас у меня уже есть один опубликованный видосик. Кстати говоря, мы уже с вами начали нормально зарабатывать с видосов. Кроме шуток, нам уже этих денег будет вполне достаточно для того, чтобы не ходить на работу и записывать полностью видосы. На самом деле, я, кажется, понял систему прокачки, она достаточно интересная здесь. Короче, смотрите, у нас написание сценария очень маленькое, поэтому выбираем с вами эту карточку, потому что здесь есть написание сценария как раз-таки. Время до начала игры. Давайте смешной коммент отдадим. Ну и, в принципе, все параметры у нас должны будут прокачаться. Помахать-то прощание. Мы помахали на прощание. Всем спасибо за просмотр. Всем адьос. Ладно, ладно, я пошутил. Я знаю, эта шутка будет работать бесконечно. Посмотрите, сколько у меня фрагментов появилось для монтажа. Это просто какой-то капец. Я не ожидал, что когда-либо у нас будет столько фрагментиков. И это еще не все, вы представляете, да? Что будет дальше? О май гад. Надеюсь, у меня рано или поздно появится помощник, который будет мне помогать. Итак, ребятки, у нас счет 560. Да-да, не удивляйтесь, до такого большого счета я уже дошел. Новый уровень сценария, новый уровень актерской игры, новый уровень монтажа видео. Публикуем с вами этот видосик и ложимся срочно спать, потому что мы уже немножечко подустали. Весь день записывали видосики. Ролики уже собирают почти что 40 тысяч просмотров. Это что-то безумное, ребят. Ну ты видел? Видел? Еще буквально пару дней назад наши ролики кое-как собирали 5-10 тысяч просмотров, а уже до 40 тысяч доходит. Скоро мы будем с вами собирать миллионы просмотров, даже больше, чем на моем канале. Так, ребят, нам нужно с вами приобрести себе еды. С едой у нас, конечно, проблемы. Мне, конечно, жалко отдавать такие большие деньги за сэндвичи. 10 баксов за сэндвич. Это знаете сколько? Это 700 рублей плюс-минус. Опять к нам пришла какая-то девушка. Я отправлю тебе игру. Окей, почему бы и нет, получим 118 баксов для переезда, лишним не будет, 100%. Я получил экспу какую-то за выполнение задания. Нет ничего важнее превью. Друг моих друзей, я по-прежнему эту ачивку не выполнил. Нам нужно завести друзей. Давай-ка мы зайдем в мобильник и пообщаемся с Горацио. Давно мы с ним не виделись. Приглашаем его в гости. Встретимся там, он уже идет. Нам пришла какая-то новая игра. Это вот эта игрулька от этой девушки. Давай поговорим о яхте. Яхт-клубы — это прикольно. Мы с тобой будущие яхтсмены. Говорят, будут подиум и яхта. Я не знаю больше ничего, прости. О чем они говорят, я не понимаю. Привет, я ненадолго, нужно кое-что взять для моего компа. Давай, заходи. Вот этот вот надоедливый сосед, скоро я от тебя избавлюсь. Смотрите, ребята, у нас ролик собрал 42 тысячи просмотров. Так, окей, он поиграет здесь в приставочку. Слушай, а давай мы с ним поговорим. Недавно захотелось поиграть в Shemafall Scorched Eve. Nice Soft The Box 360. Слушай, у тебя отличная идея поиграть в очень странную консоль, которую, скорее всего, нигде не достать. Возможно, ее вообще не существует, и ты просто сумасшедший. У нас висит новое поручение. О, у этой игры очень похожая обложка на Майнкрафт, кстати говоря. Кстати говоря. Ребята, а еще я теперь могу автоматически записывать геймплей. Правда, это тратит много сил, но я вам все равно хочу показать. Нажимаешь кнопочку автоматически, и все, ты сидишь и ждешь, когда твой ютубер запишет видосик. Ой, нужно починить комп. Мой комп начинает дымиться. Так, ладно, окей, давай мы с тобой ремонт вызовем. Еще 35 баксов потратим. Вот на новом лофте мы уже сможем
можем спокойно работать с новым ПК. А вот сейчас пока что будем чинить старый компьютер. К нам пришел какой-то тусовщик. Так, ну, с ним поговорить я сейчас не могу. У меня как бы запись геймплея идет. А тут как бы еще и мужик мне комп ремонтирует. Три человека в кадре, это будет как-то очень странно. Давайте мы с вами посмотрим на очки талантов. Ребята, смотрите, у нас есть один очок таланта. Мы можем с вами сделать зависимость. Просмотры игры увеличиваются с количеством видео по геймплею. А, бойкая речь. Вы получаете на плюс 6% больше подписчиков, снимая превью, обзор и распаковку. Окей, почему бы и нет? Давай мы с тобой выберем этот талант себе. Финансы. Что означает финансы? Так, нам нужно, видимо, заплатить за общаку 80 баксов. Ну ладно, пускай снимают, как бы это не проблематично. Сколько там можно монтировать видео, а? Что он там делает? Кинофильм монтирует, наверное, трансформеров новых. А, давайте посмотрим на результат. И, ребята, что у нас сейчас будет по очкам? 325. Плоховато, плоховато. Опубликовали видосик. Нам тут осталось совсем немного, ребят. Вы наткнулись в сети на блогера, который смеется над вашим гардеробом. Может, пора прикупить новые одежды? Ну ладно, так уж и быть. Мы 50 баксов сейчас потратили, зато мы с вами купили какую-то толстовку. Что ж, давай мы тогда переоденемся, окей? Что за толстовку мы с тобой купили? Оранжевую толстовку. Ну, в целом-то выглядит неплохо. Почти как в Overwatch. Так, ребят, и сейчас мы с вами подкрепимся и запишем последний геймплей до нашего переезда. Последний геймплей. Давайте опять Medieval запишем. Либо запишем какую-нибудь Driven опять. Ну, 31 дизлайк. Ладно, давай геймплей запишем по ней. А, тут уже как бы у нас видеоролик загружается. Ладно, пускай он загружается. Сейчас загрузится и мы получим 100 баксов. По факту мы отбили и аренду, и нашу новую одежку. Хорошо, отлично, у тебя получилось. Просто превосходно. Все, он нам заплатил 118 баксов за то, что мы специально для него записали геймплей. Да, это очень странно, я соглашусь с вами. Техническое замечание. Горацио, выйди из кадра. Он, видимо, поселился к нам домой. Теперь он будет жить с нами. Горацио никуда не хочет уходить. Мы с ним слишком хорошо подружились. Так, ребятки, монтируем с вами видеоролик. Монтаж у нас будет очень тяжелый, топовый монтаж. Вот так вот выглядят топовые монтажи видеороликов. Рекорд 609 счет. Очуметь. Это мощно, ребят. Так, ложимся с вами спать. Там на нас уже с этого ролика подписалось почти 100 человек. Ничего себе. Эта игрушка Driven, она как-то очень плохо зашла. Окей, видимо, это был не последний видос. Давайте мы с вами продадим эти игрушки, получим еще немного баксиков. Нам как бы эти игры больше не нужны. Amazing Con. Какие здесь игры у нас сейчас хайпят? Так-так-так. Давай попробуем записать Call of Fury. Это почти что как Call of Duty. Только Call of Fury. Ребята, у нас скоро будет 30 тысяч подписчиков. Ребят, нам нужно срочно написать что-то в Пипер. Посмотрим-ка, появились ли у нас новые слова. Круто или нет? Вау! Такого я точно еще нигде не видел. Ладно, окей, напишем круто или нет и добавим себе плюс к публикациям немножечко. Это набирает достаточно неплохо лайков. И вот нам пришла новенькая игрулька. Давайте-ка мы ее с вами сразу же запишем. Кстати говоря, 320 баксов мы с вами еще потратим на аренду двухэтажного лофта. Двухэтажный лофт за 320 баксов. Вы можете в это вслушаться, пожалуйста. Откуда такие лофты берутся? Скажите мне, пожалуйста, скиньте ссылку. Но вот этот вот ролик соберет топовые рейтинги и опять рекорд. 639 очков. Вы обнаруживаете, что в последнем загруженном видео плохой звуковой сегмент. Это не очень заметно, но на исправление уйдет довольно много времени. Каким будет ваше решение? Ребят, исправить однозначно. Наконец-то у меня 30 тысяч подписчиков. Какой ценой я набрал эти 30 тысяч подписчиков? Все, ребят, сейчас я погибну. Мне нужно срочно съесть сэндвич и срочно лечь спать сразу же, как только доедаем сэндвич. А то у нас и отдых, и энергия просто на нулине. Ребята, мы с вами набрали 30 тысяч подписчиков, и настало время это отпраздновать. Сейчас мы с вами купим себе новенький смартфончик. Потому что он нам необходим для переезда. Ну а также новый смартфон — это хороший подарок-то на самом-то деле. И у меня и так есть новый телефон. Это Strawberry Curse 9200. А где мне тогда достать новый телефон? Может быть, я и так могу переехать? Ну, как бы, нажимаем переехать. Вы уверены, что хотите переехать? Конечно, я уверен, что хочу переехать. Перед переездом мне пришло в голову, что стоит об этом предупредить соседа. Привет, Pozy Future Boss. Говорят, ты хочешь переехать в квартиру побольше, так как тебе нужно больше места. Не захватишь с собой своего несравненного соседа? Даже не знаю. Как бы он меня напрягал. Хотя, возможно, он сможет помогать нам с видеороликами. На самом деле, очень сложно дать ответ. Ладно,
Хорошо. Спасибо за предложение, но мне нравится жить здесь, а тебе прямо сейчас нужно больше места. Что? Ты же сам предложил взять тебя с собой. Ох, понятно, он сошел с ума. Ну что ж, ребят, мы с вами переезжаем. Вау, посмотрите на этот роскошный дом. Новая квартира была шикарной и намного больше. Здесь истоки моей команды ютуберов. На канале появился первый помощник. Так можно было создавать в два раза больше видео и повышать количество подписчиков. Мой помощник мог создавать видео по моим инструкциям. У него была ежемесячная зарплата, фиксированный график работы, возможность уходить домой, чтобы отдохнуть. Пришло время привлечь несколько соавторов, чтобы они помогли вам с видеороликами. Сначала вы должны попросить друга присоединиться к нашей команде. Окей, давай мы поговорим с этим чуваком. У него плохо прокачаны профессиональные навыки, но у него зарплата будет всего лишь $60 в месяц. Ну и отношения у нас достаточно хорошие с Жагером. Ладно, давай мы подпишем с ним контракт. Доступен новый тип видео. У меня появились поклонники, и, наверное, пора бы разделить с ними мгновение моей жизни. Встать перед камерой и поделиться мыслями. То есть сейчас у нас открылась возможность снимать какие-то лайфстайл-видео. Давайте мы с вами затестируем скилл нашего помощника. Что же он сейчас сможет снять для нас? Выберите тип видео, который должен сделать ваш помощник. Пусть он запишет превью. Так, нажимаем с вами автоматически. И по идее сейчас он должен сесть записывать видео. И да, в действительности он начинает записывать видеоролик сам, без нашей помощи. То есть теперь нам нужно с вами сделать новое рабочее место для нашего помощника. Так, что у него по настроению? Посмотрим его профиль. Ну, пока что потихонечку он вдохновляется и вживается в работу. Ребят, посмотрите на эти шикарные апартаменты. Как же это круто. Давай-ка посмотрим на его результат. Популярность игры 100, популярность консоли 64, счет 23. Ну, знаете, и так и сяк как бы. Помните, что вы всегда можете управлять всеми этапами работы помощника. Или просто выберите игру и конфигурацию. Присматривайте за помощниками, иначе они вообще не будут работать. Так, я предлагаю ему пройти сейчас курс какой-нибудь. Давайте-ка мы его отправим на монтаж видеороликов. Я готов на это потратить $80. Привет, Пози Фичебос. Хочу сделать видео того, как я играю, но не знаю, как его записать и отредактировать. $220? Ничего себе. Давай мы нашему помощнику назначим это поручение. Так, чувак там уже все изучил. Сейчас он должен, по идее, записать топовый геймплей. Он уже это делает. Ой, что ты там делаешь? Ладно, не будем обращать внимания. Ха! Кто взломал учетную запись твоей соцсети? Правильно, я. Хочешь его восстановить, заплати мне $100. Да ни за что, ты что, дурак, что ли? Минус 10% подписчиков? Что? Он там до сих пор записывает геймплей? Вы серьезно? Ему так сложно записывать видеоролик? Ладно, видимо, консоли для него это пока что слишком сложно. Чем бы я пока что мог заняться? Ну, давай-ка мы с тобой отправимся за покупками. Я хотел обновить компьютер. Помните, да? Нам нужен теперь новый комп. Титановый. Вау, 6 энергий сразу же. Хорошо, давайте мы с вами купим новый комп. Купим лазерную мышку. Купим с вами абсолютно новый моник за $80. Ну и, конечно же, новый микрофон за $250. Все, больше у нас нет денег. Видите, баланс уже показывается желтым. Это означает, что ситуация критичная. Здравствуй, Пози Фьючер Босс. Я представитель Хоней. Ваше расписание позволяет посетить мероприятие? Нет, спасибо. Я не хочу ни на какие мероприятия. Я хочу проконтролировать, как мой помощник запишет видео. Я думаю, что нужно будет обязательно сделать какое-то рабочее место отдельное для нашего чувачка. Ладно, отменить видео. Нет, для него это сложно. Лучше уж я сам возьмусь за это и намного быстрее справлюсь. Так, вот за эту штуку нам должны вроде как заплатить, но нужно приобрести консоль. А что за консоль там нужна? 22 часа осталось. Так, так, так. Новое видео по игре. Так, ребятки. Какая консоль нужна? Кони PS2. Ладно, купить консоль. PS2, PlayStation 2. Идет ускорение. Сейчас нам посылочка должна прийти. Новое видео по игре. Запишем геймплей и включим обычную скорость. Фу. Так, ребят, теперь мы используем с вами абсолютно новый микрофон. Используем новую веб-камеру. Используем новый комп. По идее, сейчас у нас будет супер, супер топовый контент. Плюс к звучанию включаем. О, он, кажется, там уже все изучил. Потому что он ходит без дела. В кадре тут мешается. Блин, надеюсь, мы с вами успеем завершить задание. Что-то мне подсказывает, что мы уже опоздали. Ладно, сейчас очень быстро монтируем видео. И да, похоже, я зафейлился. Да, ребят, мы с вами, походу, не успеем выполнить это задание. Это очень печально. Это не то, что нужно было сделать. Мне казалось, что я могу тебе доверять. Но теперь вижу, это было ошибкой. Пока. Ну и ладно.
не выполнили задание, зато игрушку халявную получили. Ребят, на этом наш ролик подходит к концу. У нас получилась очень насыщенная серия. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки и увидимся с вами в следующей серии. Адьос! Playtime!